Городской электросамокат с максимальной нагрузкой 120 кг, амортизаторами и запасом хода на 35 км. В этом видео мы познакомимся с электросамокатом Digma City Sky. Он поставляется частично разобранным, а в комплекте прилагается адаптер питания, инструкция, два болта и шестигранный ключ. Покупателю нужно самостоятельно закрепить руль с помощью комплектных болтов. Посмотрим на самокат поближе. У него складной руль, и в сложенном состоянии транспортное средство удобно переносить в руках или перевозить в багажнике автомобиля. Рядом с правой грипсой – электронный газ. Рядом с левой – ручной тормоз и звонок. В центре руля – кнопка управления и дисплей, на который выводится скорость, режим езды и оставшийся заряд аккумулятора. Центральная кнопка многофункциональная. Долгое нажатие включает и выключает электросамокат. Быстрое нажатие переключает режим езды. Двойное нажатие активирует фару и задний фонарь для комфортной езды в темное время суток. Тройное нажатие переключает единицы измерения между километрами в час и милями в час. А четыре быстрых нажатия активируют режим круиз-контроля. Теперь посмотрим на колеса. Они имеют надувные покрышки диаметром 10 дюймов. Заднее крыло носит чисто декоративную функцию. Не пытайтесь использовать его для торможения ногой. Слева на деке имеется маленькая подножка. Справа – разъем для подключения блока питания для зарядки аккумулятора, который расположен в самой деке. Под конец поговорим о цифрах. Вес самоката чуть меньше 16 кг. Максимальная нагрузка – 120 кг. Мощность электромотора – 250 Вт. Теперь посмотрим на колеса. Они имеют надувные покрышки диаметром 10 дюймов. Электромотор установлен в заднем колесе, а переднее колесо оснащено ручным тормозом. Заднее крыло носит чисто декоративную функцию. Не пытайтесь использовать его для торможения ногой.